Великая — это многонациональная семья, в которой есть множество разных добрых традиций. А наша семья – это дружное и крепкое государство, говорят супруги Берсугурова из Уральска. У них в гостях побывали наши корреспонденты. Родные Татьяны Берсугуровой в 30-е годы прошлого столетия были репрессированы. Так семья оказалась в Казахстане. Девочка родилась и выросла в ауле номер 11 Карагандинской области, который находится на территории нынешнего Осакаровского района. С супругом Кенесом познакомились студенческие годы. Он был молодой, красивый такой, студент-медик. Я была молодая 18-летняя девушка. Вечером на танцах мы с ним познакомились. Я пригласила его на танец. И вот так вот мы пляшем теперь по жизни. Уже будет 33 года с лишним. Но я считаю, что мне повезло. Татьяна Берсугурова – депутат Уральского городского маслихата, директор школы. Ее супруг Кенес Абдиевич – отличник здравоохранения, главный врач одного из оздоровительных комплексов. Их дети, сын и дочь, пошли по стопам родителей, выбрали профессию педагога и врача. Сын женился, дочь вышла замуж. Я хочу сказать, что, может быть, по нашему примеру, они тоже создали интернациональные семьи. Сын женился на русской девушке Ксении. Сейчас у нас уже есть внучка Алина, 3 годика. Дочь вышла замуж за корейца. У них тоже есть ребенок. Вот наш второй внук наш, Русланчик. Я хочу сказать, что все наши национальные праздники, другие праздники мы встречаем вот в нашем доме. Встречаем хорошо со своими блюдами. И на сегодняшний день я рад тому, что у меня такая семья. Дмитрий Кривицкий, Орда Кайбарлы, Ренат Садыров, Хабар, Уральск. Как бороться?